Продолжение работ. Тут вот занимаемся задним капотом от Hyundai Solaris. Вот так на стенде быстрее и лучше все это будет правиться. Гораздо чем, как говорится, на стояка. Поэтому решено было снять быстренько его и заняться. И вот он, наш багажник. На удивление. Быстренько все поделалось, все ровненько. Вот, а это вот обесшумливается у нас еще капотик. Прокатывается. Первый раз, тем более. Ничего, все мы ходили первый раз в первый класс. Вот. Так же правильно? Все правильно, все красиво, все хорошо. Все то же самое, как и раньше, с капотом. Берем этот капотик, чуть зачищаем трезаком на машинке. Вот, пропис у нас специально обученный. Вот, и вот он трезак. Чуть проходим, и потом первым, вторым номером вслед. Вот сегодня прикупил новый полировальничек жесткий, вот Jetta Pro. Посмотрим, как он себя поведет. Берем рупис, включаем на вторую скорость и вперед. Сильно не давим, практически под своим весом. Тут прокладочка еще мягкая есть, чтобы не жестко было. Вот, полил немножко водички. Вот. И потихоньку, потихоньку снимаем грязный слой с машинки. Потому что в порах повпиталось, где-то там после птичек, где-то еще после кого-то. Вот, потихоньку, не торопясь. Проходим багажничек в одну сторону, потом, ну, грубо говоря, вот так проходим, потом вот так. Вот он. Вот. Особо без фанатизма. Смысла в этом никакого нет, это не на выставку. Просто чтобы было красиво и чисто. И аккуратно. И круговыми вот так движениями потихонечку. Прошлифовки покрытия, как вода себя ведет на капоте, видно, где поверхность уже зачищенная, а где еще нет. То есть равномерно, когда мы проходим, равномерный слой он виден. Вот. А когда он прерывается, видно, что там еще не дошлифовано. И там проходим еще разочек. Вот. Надо все делать равномерно. Ну вот и хорош. Все. С трезаком вопрос закрыт. Теперь берем наш новый полировальничек. Еще раз покажу. Jetta Pro в этот раз. Вот. И потихонечку что вторым номером мы прошлись. Теперь берем волшебную тряпку. И смотрим, что получилось. Получается, что? Получается красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Ну вот, я, например, отражение вижу. Вот. Все нормально, все красиво, все хорошо. Только вот резкость не хочет наводиться, вот прыгает.
Тоже устал за день. Да, да, устал. Ну вот, ну как на ощупь? Цаца? Да. Как новый. Как новый. Ну вот, все, будем ставить. И радоваться. Все, получилось на удивление хорошо. И клеем кое-где, конечно, были вмятины, которые неудобно было делать крючком. Там все знают эти известные проблемы. Вот. Ну так, очень чистенький капот получился. В принципе, все на нем получилось, что хотелось. Все ровно, все красиво. Все хорошо. Все, надо ставить. И ехать вот домой. Наша машина. Наш багажник. Все красиво, все хорошо. Отполировано. Хозяин доволен. Время, как всегда, 10. Пора домой. Ну вот и все. А на крыше еще тут... Предстоит. У нас предстоит. Ну теперь-то у нас, в принципе, осталась крыша. Вот. С крышей не все так однозначно, не все просто. Поскольку я вот сейчас рассмотрелся, крыша-то у нас крашеная. Mm-hmm. Вот. И тут получается, что с ней надо быть аккуратным. Вот. Чтобы, естественно, клеем работать вообще не вариант. Вот тут, кстати, в ремзоне, вот, несколько вмятин, особенно вот это. Вот, мы видим полосочки. Вот. Это явно ремзона у нас на крыше. Скорее всего, какая-нибудь сосуляка. Хотя, вот сюда вот падала. Да, сосуляка упала где-то, и вот риска осталась. Вот, поэтому работать будем аккуратненько, 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 дабы не порвать красочку. Только мягкими насадочками и лучше подольше понянчить. Вот, хозяин говорит, что и сосулька куда-то сюда падала. А вот сюда вот она прям. Сюда вот бах. Вот, ну. Ладно, тут я как бы не могу сейчас досмотреть. Ну, ладно, потом сюрприз будет.